Почему вы здесь все сидите? Что вы тут вообще делаете? Думаем, как нам дровосечить. О, вы дровосеки. Я тоже хочу быть дровосеком теперь. Ладно, давайте я буду с вами в команде. Только у меня даже нет топора. Пошли в магазин, подберем тебе подходящий топор. Так, здесь есть топор, который стоит... 12 баксов. Почему так дорого? Давайте купим вот этот топорик. Ты хочешь купить этот топор за 12 баксов? Да, хочу купить топор. Давайте снимать распаковку на топоры. Сначала нужно открыть упаковку, после чего появляется топор. Теперь его надо взять. Ура! Теперь я с топориком. Гайд, как рубить деревья. Берем топор и бьем по дереву. Ага, давай. Сейчас я попробую. Хоп. Ох, молодец. Эх, такая работа у вас сложная. Ой. Ура, я срубил доску. Теперь нужно это дерево продать. На, покупай дерево у меня. Я его куплю за 10 тысяч. Да, давай, продаю тебе. Все, вот у меня теперь 10 тысяч, забирай свое дерево. Вот, да. Я прям бизнесмен настоящий. Продал какую-то деревяшку за 10 тысяч долларов. Кто хочет купить мой старый топор? Я. Кто сколько предложит? Аукцион топорик. 100 тысяч. 100 тысяч? Миллион. Продано арти за 1 миллион. А. Я тебя обманул. Ладно, я пойду себе новый топор. Какой самый крутой? Дорогой бери. Ставьте мне мой топор. Да, покупаю топор за 2000. Спасибо, пожалуйста. Теперь у меня есть новый топор, который... куда? Кто украл мой топор? Дироуд мой топор украл. А ну отдай. Давайте голосование. Что сделать с моим старым топориком, которым я срубил свое первое дерево? Ладно, утопить самое крутое решение. Подвези меня до воды. Для кого придумали пассажирское сиденье? Он сейчас нас всех утопит. Ты что делаешь? Чё что ли? Сумасшедший водитель. Ладно, я отдаю свой первый топор этой длинной реке. Надо купить себе машину, потому что... А машины не тут продаются. Интересно, вот как бы... Я хочу купить себе машину. Все, теперь у меня есть машина. Такая маленькая коробка, и в ней такая огромная машина. Удивительно. Что теперь надо? Участок? А зачем мне участок? Ну ладно. Здравствуйте, мне нужна земля. Вы хотите купить немножко земли? Да, хочу. Ба-ба-ба-бам! Вот моя земля. На моей земле даже дерево выросло. Смотрите, какая хорошая у меня земля. Оно растет. Плодородное. Поехали продавать табличку. Оставь мою табличку, она моя. Блин, ух свой. Моя табличка. Вот моя машина, теперь она будет здесь. Да. У меня на участке выросло дерево. Какое оно красивое. Теперь у меня всегда будет свое дерево. И никто его не срубит никогда. Мое дерево! Я случайно махал топором, а оно срубилось. Я тоже случайно махну топором. Топор мне купили, что теперь надо сделать? Поехали, заработаем на лавовом дереве. Опа, все, я фары включил, поехали. И где же твое лавовое дерево растет? Ребята, это что за дыра? Тут тупик, что ли? Там вулкан. Там вулкан. Поехали. Осторожно, там огромные камни, зашипить может. Что тут происходит? Ой, ну все, нам ГГ. Поворачивай скорее, у нас половина ХП осталось. Ой. Ладно, давай обратно. Нет, там не падает, что такое? Давай, Арти, не подведи. Нас давай, шагры Арти. Приехали. Давай, уже почти приехали, наверное. Давай, сколько тут шаров. Либо сейчас, либо никогда, прям эпично. О, вот откуда они выкатываются. Доехали, да неужели доехали с четвертой попытки. А тут деревья все вырубили. А кто все вырубил? А нам что рубить теперь? Куда, стой, а нам дерево. Ой, вот это он... О, я тут еще одно большое дерево нашел. На гриб больше похоже, если честно. О, смотри, какой кусок. Это уже, наверное, на 10 миллионов. Так, сейчас будем миллионерами. Точнее, я буду, а ты нет. Ты уже миллионер. Тут еще какой-то гриб. Знаешь, в чем проблема? Оно же сейчас все выпадет. Нет, оно упало, дощечка. И мы тоже упали. Нет, мое дерево, мои миллионы. Миллионы мои. Лови миллионы. Миллионы улетают. Так, смотри, я вроде еще один кусочек нажал. Почему он так долго рубится? Мы миллионеры. Главное это все до базы довести. А кому это дерево продавать? Его надо сначала обработать. Да. Нормально, у меня так машины украли. Так, давай-ка сейчас вернемся домой. Только осторожно. Зачем так ехать? Можно коротким путем приехать. Не надо! Ой. А, все, машина больше не поедет, да? Ой. Что-то знаешь, мы этот. Машина у тебя какая-то странная. Ты ее сломал! Нам нужна новая тачка, потому что у нас тут много денег. Никто не помешает мне стать миллионером. Идем.
Раз нет машины, тогда пешком пойдем. Берем самые большие. А давайте маршрутку поймаем, вон едет. Маршрутка, стой. Довезите. Подожди, довези нас, пожалуйста. Ну что такое, что за люди такие? Побежали к Дирол. Дирол, мы будем сейчас эксплуатировать твою базу. Смотри, нам надо это дерево переработать, чтобы оно нам принесло по 10 миллионов. Так, и что же, куда же это дерево вложить? Вот это у него вот. База большая, конвейеры вот. Всякие. Вот сюда, переработчик. QRS положил доску, она проезжает и... И ничего не произошло. Так, ставим досочку, она едет, едет. Я тоже еду, еду, нет, мне перерабатываться еще рановато. И... Она стала более красной. Все. Смотрите, у вас какая-то темная, у меня прям красная. Так, сейчас я ее продам. Короче, я придумал. Я открываю свой магазин, в котором буду продавать доски. Маленькие кусочки элитного красного дерева, который был добыт путем очень долгого перерабатывания и разруба на мелкие кусочки. Я куплю один кусочек за 20 тысяч. Продано, на. Я куплю кусок за 100к. На, бери самый большой. Можно купить кусочек дерева? Да, у меня осталось 2 в наличии. Сколько с меня? Сколько предложишь? Давай, вот. Офигеть, я теперь миллиардер. Я продал одну досочку дерева уха. На, забирай, барыга. Могу за одну монету отдать. За одну сейчас. Сегодня скидка 99%. Все, Нати, оплата прошла успешно. Вот так-то. Я маленькие кусочки дерева продал и получил 130 тысяч монет. Вот это замок. Сколько подарков, сколько коробочек. Ой-ой-ой, а это что за топор? Какой у тебя тут беспорядок? Что за подарок такой большой? Какой он красивый. Куда? Нельзя, не надо. Почему? Не надо. Открой подарок, я хочу посмотреть, что из подарков. Теперь можешь? Ой. Нет! Кстати, это снегоход. Ну, сначала давай этот подарок. Давай, открывай. Что это такое? Это шарик. Это просто шарик. Я могу тебе снегоход подарить. Снега нет, но мы на снегоходе катаемся. Что это? Что? Это к тебе относится? Это на твоей базе? Что это за копия меня? Откуда он здесь взялся? Ходи, мой фэль. Зачем ты мне подражаешь? В смысле? Я настоящий. Кто из вас настоящий? Он не настоящий. Пропал. Настоящий ух не пропадает. А что это за огромный подарок, который ты мне так не разрешил? Это сани, но потому что они вот такие подарки очень редкие. Чего у тебя так много черных топоров? Они такие крутые? Ну, можешь один взять. Они крутые? Да. Дай-ка попробуй. Черный топор и этот. Идем. Ты что, украл у меня топор? Мы куда? Синие? За синим деревом или за желтым? За желтым, давай. Раз. Ой. Да кто меня перевернул, ну боже. Чего вы наделали? Вообще, ты у кого права купил? Раз, два, три, под воду. Это ты, фейк, это тупой. Ой-ой-ой, мы под водой. Мы сейчас утонем. Не-не-не-не, вот все. Сейчас мы сделаем передышку и поедем дальше. Сейчас нам нужно жизни восстановить. То есть мы так постоянно будем просто по водой проезжать и на передышке вот такие вставать. Это вообще нормально то, что мы на машине под водой едем? Да? Погнали. Так. Момент истины. Куда? Молодец. Почему здесь так темно? Нет, не едь, не едь. Нормально, сейчас, мы тут. Ой-ой-ой. Мы в какой-то пещере, а тут вообще темно и так странно. Вон, смотри, там кто-то доехал на машине. Вон, люди! Люди, сюда, да, давай. Садись в машину. Давай, Арти, ты сможешь. Если не сможешь, тогда все. Где мы? Давай. Чуть осталось. Вон оно! Что это? Почему оно такое прекрасное? Это неоновое золотое дерево. Поехали за желтым деревом. И мы приехали. Да, желтое дерево. Почему оно такое красивое? А что это памятники. За памятники? Это там память... Ну, тут история, там, по-моему, у создателя какой-то... Ты знакомый, что ли, там, умер? Ладно, давай рубить дерево. Он такой свечащийся. Это дерево настолько крутое, что оно очень дорогое, наверное. Вот, это все мое. Да, все наше, общее. Да, общее, пока что. В смысле? Да не, ничего так светится. Ну, много мы его увезти не сможем. О, сюда Астернак приехал, дерево. Надо, это, знаешь, на золото похоже. Надо машину свою заполнить золотом. Ладно, все, поехали. Много мы не утащим. Если много слишком поставим, то мы утонем, я думаю. О, как будто у нас машина полная золота. Эх, и раз, два, три, поехали. А дерево-то с нами не уедет. Ладно. Так, первое мы поехали. Дощечка упала, подожди. Каждое золото очень важно для нас. О, дерево добежал. Как он выжил? А дерево. Заберите меня. Ладно, садись на машину. А он умрет. Он не умрет. А мы его спасти уже все никак не сможем. Нет, мы его не сможем спасти. Да, реально. Прощай, Дирол. Так, мы снова под водой. Напряженный момент. И поднять. Ой, сюда опять кто-то приехал. Ой, утонул, видел как. Мы застряли. Топните машину. Толкайте. Астернак, помоги нам. Что, я толкнул? Нет, тихо, не
Нет! Нет, золото! 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 Оно под водой. Убирай его. Там больше нет нигде? А вон там еще много золота. Там еще очень много золота. Блин, вот так и, знаешь, сокровища под землей оказываются. Потому что его такие неаккуратные челики там оставляют. Оставим все-таки сокровища под землей. Поехали. Астронак, вылез! Вы что, издеваетесь? Мы сегодня нормально доедем или нет? Нет! Золото, ладно, поехали уже, поехали. Эх, столько золота осталось. Пусти, не надо. Мы выжили. Вот, у нас машина полная золота. Золото там взяли, а вернуться не можем. Так, все, садись. Садись, поехали. Раз, два, три, поехали. Вся надежда на тебя. На твое мастерство и на хп. Тут смотри, сколько людей утонуло. О, я подлетел. Там все золото под водой наше. Столько золота. Что нам с золотом делать? Короче, получается, мы не смогли достать наше золото из-под воды. Оно там осталось на очень долго. Но зато мы вот что сделали. Крутую базу. Притащите дерево, что стоите, смотрите. Вот у тебя прям дерево у базы растет. Ой-ой-ой, это что за дерево такое? Так, давай карте. Доделаем домик. Что-то у нас какой-то пол разноцветный получился, ну ладно. Блин, такая игра вообще, реалистично так строить надо. Кидать, ставить доски, чтобы строить. Что ты за дерево какое-то черное принес? Доски тоже какие-то темные получаются. Ну там обычное дерево, а ты строил из березы. Как я понимаю. Так, дверь у дома есть. Ага, пол не доделан. Но зато вот что сделал. Тут такая, этот... Беседка. Да, беседка. Это типа листья я имитировал зомби-деревом. О, кстати, что за подарок? А, не трогай, не трогай. Сейчас его открою. Не надо, это прям как, знаешь, это как я у тебя, только мы местами поменялись. Давай сделаем обзор на мою базу. Тут у нас есть такая беседка из... Тут типа листья, но это вообще зомби-дерево. Я даже не знаю, откуда оно у меня. Тут у нас есть стульчики, кружка кофе, кто-то ее перевернул. Есть еще также место туалета, здесь золотой унитаз, два золотых стула для ожидания. Ожидание очереди или чего? Да, да, очередь. Фейковый ух, садись рядом со мной, давай фоточку сделаем. И какой же из нас настоящий, интересно? Конечно, вот этот, потому что у меня есть топор, а у него нет. Так, и все, наверное, мы больше ничего не успеем сделать. Получается, за все это время, пока мы играли в эту игру, вы меня научили рубить деревья. У меня появилась своя база со стучками и золотым туалетом. И еще мы... отправились в путешествие за золотым деревом. Оно там до сих пор лежит, да? Да, вон оно. Да, вон оно, под водой. Наше золото под водой лежит. Эх, сколько мы его пытались достать. И вот так как-то. На этом это видео будет заканчиваться. Если хотите продолжение, то ставьте лайки. И всем пока. Всем пока. Все, всем пока.